Следующий абсолютно новый. Новое продолжение цифрового цирка 2, друзья. И наконец-то новая серия вышла. Вау, супер, смотрите, смотри, друзья. Получается, цифровой цирк, вторая серия, и они отправляются в путешествие. Ты смотри, как у него жезл. Путешествие восхитительное. Ух ты, вы видите, что у него с глазами такое. Ага, смотрите, путешествие Кэнди. Давай дальше посмотрим. Кэнди. Плевство сладкого каньона. Ага. Ага, так это сладкий каньон. Они в сладкий каньон отправляются, наконец-то. Вау, смотри, какой шоколадный дверь. Давай. Нет, как настоящий вызов. А что этот Джек такой взял? Пистолет вафельный, да, вроде бы. Вафельный. Друзья, перемотайте назад и посмотрите, напишите в комментариях. И смотрите, какие желейные динозаврики. Ага. Похоже на желейного медведя, кто смотрел. Не похоже, похоже на динозавра. Давай дальше. А что, что такое Помни делает? А Помни полностью уже обжилась, а и уже полностью смирилась с тем, что она там останется. Смотри. Пузырёк, что стряслось? Что, почему ты делаешь вид, что не узнаёшь меня? Вау, смотрите, кто это? Смотрите, кто это за принцесс? А ну давай посмотрим дальше. Я спросила, где... Так. А ты нас спросила, где? Где она, да? Вода, папа, а ты знаешь, как эта вода называется сладкая? Нара кисель. Не кисель, а сироп. А, сироп, друзья, супер. А ну смотрим дальше. Я, они, кто ты так? Боже, Это, наверное, улитка с двумя глазами. Да? Ой, а еще я его пузырю. А что? Что? Помни, как всегда, такая, ух. А что дальше? Помни, как всегда. Импровизация. Видите? А вы видите? А, сейчасненько. Они, получается, видно, попали в новый каньон. И вот у них спрашивают, кто они такие, и они начнут импровизировать. Вот, давай. О, папа, ты видел, что у этой принцессы была этот колонны из вафли? Не, не видел. Кто видел, напишите в комментариях. Я видел. И первое правило импровизации. Смотри это внимательно. Какое? Кто это там едет такое? Догоняю, давай посмотрим. Это имеет отношение к королевству сладкого. А куда она падает? Не знаю. Что у нее с руками такое? Она или превращается в черное что-то, да? Или так получилось? И занавес! Ух ты! Ух ты! Смотрите, кто это деревянный. Они вообще, получается, без лиц, без ничего, как манекены, да? А да. Давай дальше. Это будет дотошно, ты милое старое кино! Это фантики! Смотри, фантики. Да, она сладкая, видишь, как в конфетах вся такая. Конфетки. До встречи! Я все еще не знаю. Супер, друзья, серию, и выйдет 3 мая, поэтому не пропустите.